год 25-летия МЧС России передовой отряд патриоток решил попробовать себя в роли спасателей. Важно отметить, что Ногинский спасательный центр – это самый современный и крупный полигон МЧС в Европе. Он позволяет отрабатывать чрезвычайные ситуации в любых условиях. Например, авария в метрополитене, крушение или поломка воздушного транспорта и катастрофы на химических объектах.